Доброе утро всем. И маленький обзор моей каюты. Маленькая, но я здесь вполне умещаюсь. Всем привет. Все двери закрыты. Неужели все спят? Вот такой вот вид у нас открывается. С нашей яхты. Кто-то плавает даже. Куча рыбы. Маленькой рыбешки. Ресторанчик, который нас с утра приютил. С утра говорю, вчера с вечера. Там нам уже готовят вкуснейшие лепешки. Сейчас вам покажу кое-что. Кролики. Я потом начал подходить к лесенке. Тут же все кролики начали разбегаться. Oh.
Готовен. Ну что ж, так вот начинается утро на яхте. Отрабатываем элемент задняя швартовка. За штурвал у нас Сергей. Андрей в качестве шеф-инструктора. Остальные пока наблюдают, ждут своей очереди. Это вода не для нас. Цель упражнения – остановиться прямо ровно около бетонного причала. Если мы что-нибудь сделаем не так, лодка остановится не там, где нужно. Точнее, в причале. У лодки очень большая инерция. Еще там уварили. Отдай швартовое! Шкипера, может, не надо? Да, красиво. Коля, давай. Ну, вот стоя здесь, мне кажется, удобнее. Это не нравится, потому что там сейчас. Вода чистейшая. Ну, зачем быстрее? Ты и так быстро отошел. Глубина здесь примерно 5 метров. Ну, около причала в районе 3. Далеко не уходи. Люди купаются. Угу. Да, идет. Пока не надо, я начну бегать сейчас. Сейчас утечка больше сюда, видишь? Вот, вот поставим воздушный разрез. Ну и так вот туда толчок. Теперь я снимал назад и толчочек отключал. Короче, витраль. И еще коротенький. Отлично. Великолепно. Отходим, поехали. Так, у нас Коля. Я у него помеха справа же, да? Он меня должен пропустить. Ну, он идет там своим курсом. Ты сейчас с края едешь. А держи на проход. Еще левее. Вот такой курс. Сколько у тебя сейчас курс?
335. Вот уже 335. А теперь смотрит, меняется пилинг с тем судном. Про который ты говорил, что он кого-то кто должен пропустить. Меняется пилинг или нет? Нет. Ну как не меняется? Да, меняется направление. Значит, мы с ним не столкнемся, поэтому он нам безразличен. Теперь он пилинг на судно. Вот, ну, наша стойка. Я какой курс тебе не сказал? Ты сам сказал. 335. Возьми, пожалуйста, 335. Сергей, стоять за штурвал. Смотри вперед, видишь лодки? 335. Взял штурвал. Ребята, поменялись. Серега, смотри, у тебя опасность. Там еще одна впереди, давай. Вот так вот ходят бравые капитаны за штурвалами больших лодок. А мы тут чайники делаем непонятно что. Страшно им с нами, страшно. Нужно держать другой курс, но у нас сейчас расхождение с этими яхтами, которые у нас идут нашей помехой. Поэтому как только мы с ними разойдемся, поменяем курс на нужный. Вышли в море. Судя по генеральному курсу, нам куда-то вон туда. Вот на тот мыс. Посмотрим, как нас приведут туда бравые шкипела. Или даже туда. Ладно, куда приведут, туда придем. Я. Помощь нужна. Кто? Приходим в очередную бухту. Кто-то уходит. Вывешенная одежда на борту. А мы же вот приходим. Красивая, конечно, тоже бухточка. Городочек или деревенька на берегу нас ожидает. Да, находится, конечно, красиво. Особенно с воды. Конечно, кататься по этим городам, по серпантину. Для меня лично то еще удовольствие. Меня на серпантине укачивает. А в море морская болезнь меня не берет. Морские путешествия, конечно, самое то получается.
если мы идем вон туда, вон. Вот, наверное, ворчал. Ну что ж, посмотрим, что нас ожидает там. Электричество, вода, газ. А, роспись я с тебя взял, у нас тут подожди. Куруджабуку. Мы пришли в Куруджабуку. Встали на якорь. Вот такая здесь о, бухточка. О, у нас еще один есть прыгун. Сейчас я камеру возьму. Надо фото, у нас есть и видео. И тут нам наконец-то можно понырять. Найдет. И давай, сальтуху назад. Ну, здрасте. Подожди-ка, как тут быстро, секундочку, как тут много сделать кадров? Да если бы я в нем так хорошо разбирался. Ну, здесь, наверное, какой-то режим. Ну, так. Может зажать, он будет щелкать. Может попробовать зажать, он будет щелкать несколько раз. Так. Аня! Ой, это ягод! Аня! Бутых! Когда вода, тогда бутых! Есть! Убили лимон кадров! Да, давай, твоя очередь! На! Да. Суй руку! Все включено! Просто направляй! Не бойся, все равно! Прохладно? Чего, не прыгать что ли? Прохладно! Вот, вот! Коль, меня не перегораживай. Ага, сейчас, сюда. Все, можно, да? Давай. Шикардосик. Не знаю, как будет слышно. Ветер сильный. Но мы подходим к пункту нашего назначения — дача. Точнее скажу, только что я. Вот он наш красавец. Ну, под полным я имею в виду, если так, или грот мы поставили. Нас брала команда. Один я в оботряс. На носу стою, ничего не делаю. Хотя бы видео. Подписывайтесь на наш канал. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Чем больше лайков, тем больше у нас стимула дальше записывать видео. Прибыли в место под названием дача. Стоянка здесь отличается тем, что нужно встать на якорь, а потом, уже стоя на якоре, подойти задом к пирсу. И получается растяжка не на муринге, как мы обычно привыкли, а на якоре, на нашем родном. Так что кто меня спросит, я провел это лето на даче. Вот такой вот оживленный городочек. Куча ресторанов. Вот на стоянка. Красивое место, живописное. Дай команду всем почарки. Здесь мы будем ночевать.